Понятно. Маяки почему-то не сшибались, вот ничего интересного. Но я локтем их, правда, сшибал. Но это ладно. Мне больше непонятно. Я сканирую человека, если он на горе, вот на этом пригорке с дельтой, его не видит скан. Он все спустился, скан заработал. Да, ну это глюк скана. Глюк постоянный, что ли? Сканеры глючат. Он не сканит на этом пригорке ни маяков, ни людей. Ну сканеры глючат, ну глючат. Не знаю, дальности не хватило, полметра не хватило, скана нет. Хел, ну я даже подошел один раз к самой горке, ну сколько там должно быть глючить-то? Даркус, 3 метра, что ли? Тебе ничего сказать. Даркус. Постоянно на этом пригорке глючит, блин. Даркус, значит, не могу есть сказать. Значит, воткните туда свой маяк. Тоже вариант, как снесли, значит, там маяки. Горло, а утюг в городе, вначале я что-то не видел. Вы снесли, что ли? У них спокойно дроп летел. Я тебе говорю, на этой карте без 3 дропшипов. Я был на КБ против 3 дропшипов. Это пиздец. Это жопа. Пиздец. Да. Ты не можешь выйти. Короче, блядь, куда? Будете дальше играть, нет? Блять, ну заебись, Шура, тоже, блять, давай без этой хуйни. Всем, блять, лишь бы. О, заебись, на КБ сходили, проебали, похуй, пошли крабить, сука, да подумайте, ну, а, башкой своей хоть немножечко. То же самое, ну и чё, а чё мусолить? Ну чё мусолить? Ну предложи что-нибудь, вот предложи что-нибудь, что? Почему мы сегодня проебали? Ну вот я не знаю, я бегал, выиграли. Они не заходили, блять, как и со стороны, да, города, блять, маяк был, я снес. Так я, блять, бегал со стороны, блять, гор, блять, снес там 2 маяка, но они не сканились, я только чисто по пробегу, блять, засек, нахуй, своими, как бы, вот этими, блять, усилителями точности, нахуй. Ну, въебашил, нахуй, клокеров, блять, ну, колдари меня, блять, раскладывали иногда, блять. На, блять, 2 раза 3 ли я бегал, нахуй, перехакивал ее, блять, убивал, там, кто-то помогал. Все, на, пытался в город, блять, потом к вам сбегать, там. Фитлу сломал, ну, побежал, да, на цель, там меня тяж разъебал. Там стоял просто, его там никто не напрягал. Больше, как бы, наш отряд держал, я даже, блядь, бегал дальше, чем возможно, блядь, я бегал, говорю, я до фитлы сбегал, блядь, в горы сбегал, а перехакивал 2 раза. Пытался цель там сбегать, там что-то переломать. Альфа, мы, нет, кстати, нихуя так не удержим, если не будем высаживаться. Ну, надо высаживаться на эх. На Альфе никого не было. Были прибегающие. Кто-то, блядь, прибегал со стороны. Не, в смысле, на Альфе стоять просто нельзя. А там нет смысла. Там тебя выебут с 2 сторон. Они просто забегут. Мы только квоки на Альфу бегали время от времени. Ну да, там кто-то перехакивал, там убивал я хокеров, блять, и все. Я нихуя не вижу, я поэтому не могу нихуя говорить. Я в городском отряде, у нас скана нет. Я вижу только карту. Ну я вижу, что, блять, в этот раз точку Е плохо отыграли, вообще очень плохо. А кто на эхо был? Макс, Валка, Джон? Ну, обычно, блять, эхо была более. Была с маяками. Не, оборудование вносили, цар. Нет, оборудование. Вся орбита на видео есть, надо его закинуть, кстати. Не, ну судя по прошлым разам, эхо было более активное, блядь. Потому что у нас заплыв был, даже на Д больше был заплыв. У нас 1-2 квокера забегали, блядь, и как бы мы их отбивали. По городу я сканил, там было только 2 человека, тяж с каким-то, блядь, с клокером одним. С логистом. Ну, с логистом. Нет, и клокеры знаем, там были. Клокер и клокер. Один логист, один тяж, один клокер. Да, трое там было. По моим сканам, как бы, как я забежал на цель, мне там тяж срубил, и там клокер рядом бегал. Получается, что там в городе тяж, логист и клокер. Клокер, видимо, за свет. То откуда тяж, блядь, сразу рубит, блядь, логист качает. Потому что. Ну и тяж там плотный, колдарец, пиздец, вообще. Да, колдарец был, блядь. Ну его подлечивали еще, видишь. Не, он не колдарец был там. Галер, нет, не колдарец. Не, ну это разведка.
Ну, не знаю, точно. Нет, не знаю, там Кевин был. Это Кевин. Было тут козел, да. А так то я даже не знаю, где у них основная масса была, потому что одни и те же. Ну, на танке было. Двое. На танке у них двое было. Потом двое еще стояли около Е. По-моему, один с рельсой, второй из... А, диверсант вот, один был. Да-да-да. Город. Да. Город не удержали, я тоже не был. Большой напор. Ну чё, дальше будем опыт выбивать или, блядь? Кэл, можно... Спать, может быть. Да, Шурм. Пошли, меня забирай. Шура, хочешь грабить? И краби. Я не хочешь обсуждать, не мешай. Не, ну блять, может. Ну не, ну как бы можем разговаривать, но никто не мешает дальше. Не-не-не-не-не-не-не. Если разговор не идет во время игры, вообще нихуя не идет. Ну ладно, давай. Сейчас начнем. Короче, там. Надо дропшипать. Два дропшипа. Вот главное. Что? Это два дропшипа. На эту карту. Давай я полечу на дропшипе. А ты хорошо стреляешь, что мол, у тебя? Я нормально стреляю, мол, у тебя. Ну давай, давай. Ты дропшип, Корва наверху. Я по крайней мере могу с него стрелять. Корва с греником, а я с Аркнезом, Аркнез, наверное, появится. Мы с Аркнезом будем там хакать. По гренику добавлю. Греник, конечно, здорово, но летит он очень долго. Если заранее не стрелять, то вполне возможно, что хак. Нет. Не знаю. По-моему, недолго он летит. Я нормально, видел, как летит. Корва там заебашил троих сразу же с гринника. Ну, смотрите. Ну, если что, перефититься в скаута. И все. Кэл, есть предложение. Вот в том составе, что сначала летит на Е, высадиться на бете. Тюгом всем высадиться. Продавить вам, помочь. И дальше... пиздовать на Е. Умрем, не умрем, все равно на Е позже заявимся. Нет, они с Е сразу на Альфу пойдут. Альфу? Валя. Как потеряем, думаешь, да? Да. Когда троим прилететь от моего отряда на Е, троим высадиться на Альфу держать. Вот не удержите это. Двум тяжам с паяльниками, с одним паяльником высадиться на Альфе, респнуться на маяке. Держать. Втроем подлететь на бет. Ну, это как вариант. Нет, в город лучше силы не тратьте, не надо. Валя, мне так кажется. В городе там геморрой, да. Ну вот. Хорошо. Мы улицу потеряем, город не возьмем. Ну вот говорю, вот в этот раз не хватило вот этого трэша, блять, на Е, блять, чтобы как бы там. С логистами, с тяжей. Нет, а правильно Хелл говорит, надо подняться в небеса, чтобы рельсовые танки не стреляли, и спуститься прямо быстро-быстро. А, потому что, получается, МД держали, они с Е набеги делали, блять, на как бы там клокера убивали, они потом уже из города, говорю, пару раз я тоже. Кстати, Валка, в дропшип фить бензин и форсаж. Бензин и форсаж. Двойной, да? Оми, ща, ну. Подожди, я тебя заберу. Бензин увеличивает крутящий момент. Кто-то говорит, что на дропшипе он бесполезен, а я говорю, что вы его неправильно готовите. Я понял. Так, на колдарском... Давайте по резервочками походим, потренируемся. Иначе у меня ни команда не помешает. Хелл, ты видео выложил? БРК нет. Либо мы все заходим и медленно взлетаем. Почему? Подожди, почему? Потому что слева два. Либо убирать БРК, ставить бензин. Все медленно заходят, садятся, пристегиваются, и тогда мы летим. Тогда, блядь, пачка придет уже на Альфу, к тому времени, как мы летим. Short on time, short on
capture null cannons to destroy hostile MCC. Рельса у них то ли с двумя, то ли с тремя дамагерами. Но я понял тебя. Смотри. А знаете, нам чего еще не хватило? Ну, это как бы... Стрелять вы не умеете. Не наша вина. Нет, там орбиталок. Ядерная. Нам орбиталок. Фуха, надо фуха. Много там было. Много там было, Хэл. Я 232, по-моему, насчитал. Во-первых, там было два корабля на орбите. Ну, в смысле, два корабля было прицеплено к району. Прикрытием. Два корабля, два типа, да? Два висело, две орбиты было, вы не заметили, что там была электромагнитка, да, и не электромагнитка? Ну вот я что-то смотрю, что... Слушай, они чуть быстрее речарджатся, если два корабля, да? Нет. В чем прикол? Тогда двух. Ну, прикол в том, что ты можешь вынести сначала дропшип одной орбиты, а второй орбиты ты можешь вынести, если ты, допустим, да, кинул, поставил, а дропшип уже улетел. Пилот не пробил орбиту. Ты просто ждешь, пока они прилетают, накидывают оборудование и накидывают. Каждые 3 минуты, правильно получается? Нет, один. Раньше, да. Говоря, они оба висят, то есть, а какой бить? То есть, заряжены, я так понял, наверное, обе орбиты. Только ты выбираешь, кто какую, ну какую, кто бьет. То есть запрос. Они выбирают, кто из них. Орбита заряжается, готова. И кто из них нажмет ударить, та и упадет. Короче, на точке я заметил такую вещь. Они постоянно торчат вот на этом холме от MCC. Вот сзади, куда который... надо заходить, блядь. Ну, который, да, перед Е-точки, который как вот с МСС идешь, вот спускаешься за бункером вот за этим, за ангарчик. Вот они постоянно там тусят, блядь, сука, я два раза туда заходил, меня два раза клока с дробаша оттуда убирал. То есть я заходил прям в спину конкретно. То есть у них стоят там маяки, вся хуйня, почему, ну, я понял, такой быстрый забег на точку происходит. Притом это не первый раз. Да мы там с Хэлом были, защищали. Кто там колдарским скаутом был? Я. Ломич, давай 8 на отряд. Я думаю, все уже закончили. Ну да, да, да. А Хэл, ну что, на пятницу предварительно, да? Это у нас тренировка, да? После тренировки что мы делаем с соткой? Встречаем, еще раз лочим, проатаковываем, после чего и получаем 3 дня. Да, давай так. Так и работаем. Все хорошо. Клоны наросли, атаку проставили. Залочили район и проатаковали свой район. По 10 лямов в день надо набивать. Да. День, 3 дня. Нет, так получается, надо по 18 лямов в день набивать. Почему? 30 лямов возвращается, Валь. А, 30 лямов возвращается? Ну, мы, наверное, 150 клонов, которые мы купили, мы их убиваем. Ну да. Ну. А, ну правильно. Бабки, правильно, за них дают? Дают. Правильно, правильно. Все. Ой, Мич, хорошо. На отряд переключись. По 10 лямов. Да, мы должны набивать. А, офицеры, я предлагаю еще пока все не... Есть вторая карпа, вот это колдарь в угаре. Я предлагаю создать там альт. Если что-то пойдет, и мы не сможем проатаковать с... Если мы не можем проатаковать с вакуумников, значит, мы не можем проатаковать. Мы можем проатаковать со второй... Мы можем проатаковать с колдарем. Офицер может зайти на свой второй чар.
проатаковать. Бля, это, блядь, а разница, если ты не можешь атаковать район, значит ты не можешь его атаковать. Смотри, в вакуумников есть только я. Полагаться на вакуумников, да, правильно я считаю, потому что район наш, да, и им тоже сидеть, следить за таймером, тоже, знаешь, нахуй надо. Ну, они не поэтому должны сидеть, следить наши офицеры. Пары, надо за таймером пары, следить, значит, и просто выдалить, все. Короче, Шатун, создай параллельного чара, зайдешь ко мне, и Папа Сити Макс создаст тоже, чтобы мы следили. Подожди, район, как корпорация называется? Колдари в угаре. Набери. По-русски? Колдари просто напиши там. Как ну, волк. Колдари, да, найдешь сиськи. Там CEO, дранк колдари. Сейчас, колдари в ударе. И создавай именно на своем аккаунте, с которого у тебя игровой. Вот у меня понял. И тут же с идентификатором с этим. Да. Ну что, теперь мне нужен номич. Я его уберу, все равно есть время до завтра. Слышите, дядьки? Блять. А чё, я думаю, на этом мы закончим. Там только по-английски убирать можно. Только по-английски да. Кальдари вот дали. Ну да, да, да. Сейчас я зайду к чарам, ты увидишь, здесь добавишь список и по нему добавишь в корпорацию. На эру я выйду. А, нашел я, все. Сейчас. Нашел? Да, не надо, не уходи. Все, сейчас я первым... заявку кину. Да, первым пяти давайте. Директора даю, ребята. Такая лафа не каждый день бывает. Ладно. Все, давайте этот. Спокойной ночи. Все, сейчас заявку кину. Давай. Да, есть место? Пит, я, наверное, сейчас отдыхать пойду. Ладно. Кого ты будешь еще играть? Я буду летать только на дропшип сегодня. Ну кидай мне инвайт, я буду бегать внизу убирать. У меня нету дропшипа, у меня есть такого нет. Давай, бери меня, блядь, я буду дропшип вызывать. Пока они есть? Полченский полно. Ну, заебись. А, так есть отделение штурмовой нужно, у меня тоже есть. Ну, наверное, у меня есть еще 4500 не штурмовых этапов. Ты куда ли, что ты их жалеешь? Блять, наверное, на них-то я умею летать. Так как же похуй, давай инвайт, блять, или мы уйдем сейчас там. Да идите сами в отряд, соберитесь. Ну, так, сучонок. Заговорил. Выиграли бы, блять, ты бы не так разговаривал бы, да? Мы все равно все говно. Говно, Александр, да. Я посмотрел прямо на каком-то месте. Приятного аппетита. 14-14. Ты сам, сука, говорил, что, блядь, на КБ, блядь, не больше 8 не умирать, блядь. Сам 14 раз сдох. Ну хорошо, сколько ты убил? 6-6, блядь, у меня все стабильно. Ну. Все стабильно, ты не убил двоих. Не успел, не убил, блядь, двоих. Кончилось. Полоска кончилась, блядь, не успел. Полоска у него кончилась, я убил больше, чем 8, так что не еби голову. ББ ты не заработал, больше, чем 8. Что я не заработал? Я косарь ББ заработал. Косарь ББ, очуметь. Я уже видел твои видео, как там стоишь, отсиживаешься, блядь.
Не пизди, блядь. Косарь ББ, он там работал. 6-6 он сыграл. Да ты бесполезен. Но... Ты бесполезен. Ты бесполезен тебя, ты... знаешь только кто? Валка бесполезен тебя еще больше. Корва бесполезен. Корва убил больше, чем ты. Ну и где он, блядь? Где-то внизу, блядь. Убил он. На одного человека больше. Подох на два раза больше. Не, бесполезен, вон, самый бесполезный объявляется Сидимакс. Джон Пси, блин, 0.12. Джон Пси сканил. Он должен был сканить, и он сканил. Да это ёпты, все, блядь, что он должен был сканил. Делать. Ты бесполезно сканил, ты должен убивать. Ты не сканер, ты убиваешь. Ну я, блядь, сканил, убивал, блядь. Но если не сканились, блядь, маяки, ничего не сканилось. Ну значит, говно твой сканер, купи себе прототипный. Блядь, а я нахуй чё, блядь, нубайским, что ты ещё, блядь, сканил нахуй? Ладно, расслабься, я хуй знает, чё там, ничего не работает, я ебал эту игру, ты видео посмотри сначала, меня там просто бросает нахуй. Я уже смотрел пару видео и понял, что пиздец, я играю лучше, чем ты, просто я не понимаю, как ты столько убиваешь нахуй. Тебе просто везет вовремя, блядь, выстрелить, нахуй. Ладно, у меня гара садится, пошел я спать, нахуй, завтра на работу, уже время 12:30. С вами, блядь, сам очки не выкачишь же, блядь, с бомбасиками. Давай, пока. Давай, пока. Давай, пока. Голенская толстая жопа. Ой, блядь, калдарская, блядь, дрища, блядь. Вот и отменяю любезности. Эй, вы вонючие гудки, вообще заткнитесь. Давай, пока. Objective D, hacked. Virus upload in progress. Warning. Objective B, null cannon targeting MCC. MCC shield failed. Warning. Objective D. Null cannon targeting MCC. Objective E. Hacked. Virus upload in progress. Objective C. Hacked. Virus upload in progress. Objective E. Virus upload complete. Null cannon targeting hostile MCC. Objective C. Virus upload complete. Null cannon targeting hostile MCC.
Hostile MCC damage critical. Objective C hacked. Virus upload in progress. Objective B hacked. Virus upload in progress. Objective B. Virus upload failed. Null cannon still hostile. Mission accomplished. Hostile MCC destroyed. Area secured. Что, кто-нибудь бегает, нет? Привет, да поразбежались. Летает. Либо сейчас будет летать. А то как-то одному не в прикол. Сейчас завтра рабочий день. Так у всех рабочий. Поздновато уже. Да. Ну видишь, ты там где-то на плюс 2, да? Ну да, а у вас сейчас сколько? От Гринвича. 12, да? А, ну сейчас Москва на плюс 3, а я вообще на плюс 4. А-а-а. То есть у меня вообще пол первого. Ну да, у меня еще 10-40. Так что... Мне еще не так страшно. Да. Что, у тебя еще детское время? Слушай, мы тебя это ждали на КБ, а тебя что-то не было. Да я опоздал, блин, не успел. Так обидно. Сегодня я готовился, думал, о, буду, конечно. Знаешь, отвратительное КБ было. Ну, все равно как-то надо вспомнить, да, там же адреналинчик свой, все свое, по-другому. Ну, да. Кстати, не напомнишь, что у тебя есть, кто у тебя есть в прототипе? У меня только логист. Я имел в виду, набирая людей. Галентовский логист. Логист сканер, прототип. Сканер, да. Короче. Но с четвертого еще неизвестно. Так, а играешь будет. Ты на... А? Тебя оборвалось. Играешь ты на мышке или да, на паде? А, так ты можешь прям считать 360 градусов за света нам давать. Так я и свечу так, стоянчик. Угу. Отлично. Так, а помимо сканера, что у тебя для логиста еще есть? Патроны, маяки? Патроны и шприц. Прокачанный. Так, ну патрон у тебя в пятерку, да, правильно? Да, да. И шприц. Ну, шприц, понятно, оно под одним скиллом. Маяки? Маяки нет, вообще не качаны. Вообще не качаны. Да я штурм на самом деле. Я понял. Просто я бегаю в логисте, чтобы суппортить. Ага, штурмовать. Ну сейчас смотри, сейчас у штурмов-то подняли количество КП. Поэтому штурмы сейчас куда покруче будут, чем штурм из логиста. Вот именно. То есть эта фишка больше здесь не работает.
Теперь здесь логист действительно становится логистом. Вот. Но я все равно штурмую логистом, но против штурма как-то, да, тяжеловато. Поэтому хочу себе, ты не знаю, да. Амарского они или Колдарского. Шустрее получают. Еще не решил. Угу. Амарского с лазером. Ну, в принципе, наверное, лазер надо на дальней дистанции жарить. Но это, в принципе, на паблике больше пожарить можно. Ну, понятно, да. Ну, если у тебя получается из лазера бить, так это отлично. Тогда только амарского. Ну, да. У колдарца бонус не айс. Если хочешь щитового, бери лучше мотар. Ну, да, тоже. Потому что... Он такой весьма... Во-первых, у него бонус интересный, да, на ватарское оружие. У тебя ближний, средний бой, дистанция. Во-вторых, он настолько шустрый, что по нему часто помахиваются. Ну, в-третьих... Да. Об этом я тоже думаю. Его можно фитить... Да, его можно фитить как под скорость, как под броню, потому что у него 4 слота справа и 4 слота слева. Так и под щиты его на быструю откачку. То есть это настолько универсальный юнит из всех штурмов, что... Ну это просто зло. Воплоти. Так что, если не Амарко, то рекомендовал бы тебе именно Матарса. Ну вот я тоже на Матарса посмотрел там игры некоторых чуваков, мне понравилось. Потому что, да, он сильно сейчас влияет. Да, базовый хп у него чуть-чуть ниже, но ты его не можешь видеть. То есть, как вроде все угодно. И хп не важно, если ты нарвался, то, в принципе, ты труп. Без вариантов. Ну, да. Но он, видишь, что там, еще раз повторю, если бы под щит на откат быстро, да, либо под броню, либо броня-щит, где там, если просто хп получается. Такая бегающая быстро-быстро. Фига так, себе. Ладненько, я отваливаю. Мне завтра на работу. Давай. Вот. Там Хэл вроде как вернется скоро. Смотри. Угу. Давай, пока. Давай. Пока. Нет, спасибо. Не, никто не будет. Чё у вас? Опять что ли приступ конспирации? Что такое? Я сменил пароль, даже меня самого выкинуло с канала. Ну, не Евовского, а Дастовского. А почему меня не выкинуло? Вот, не знаю, почему такая херня. Он периодически рандомно кого-то, блядь, выкидывает. Потому что, в отличие от Волка, ты реальный пацан. Поэтому не кинул. Как канал может вообще кинуть реального пацана? Вообще никак. Давайте собирайте отряд. Кстати, Ген.
блин, я зашел. Ты, кстати, в этом... В чем? Ты в списке Allowed тебе не должно было выкинуть. Ладно. Слушай, Ген, надо, чтобы ты подключался на карте с мостом, без тебя одна жопа. Вот как ты с напаянники ребят дрючишь, вот так вот, блядь, надо, чтобы все, блядь, бегали, прыгали и стреляли, как ты скажешь. Потому что на Е без тебя реальная труба. Да и на Дельте без тебя, Гена, там тоже было стоять трубы. Ой, как я прям чувствую, надо прям кармашки открыть, сослушать, помассировать. Ну реально жопа без тебя, Гены, там, ну просто жопа. А что, у вас же там я есть профессионал, Джон Пси, он же великий затейник, он все умеет, все могет, что. Мне он тут не напаяющий. Мне этот, как его недавно, Такеши жаловался, что Джон крабит. Я говорю, чё, что, парни что ли колдят? Он говорит, нет, он просто рак. Жаловался, что его логистам что-то сделали, и он рачил, как какой-то пыль вообще. Слушай, ты на форуме отписывался? Нет, мне в Хэлл, я ему в Хэлл, я Хэллу сказал написать мне в этот, в Skype, потому что на рабочем компе Евы нету, и она не поставится, потому что там SSD-шный хард, и ему ей просто места не хватит. Завтра напишу. Ну давай, а то я, блин... Сегодня себе в Skype скину. Думал почитать перед сном, завтра поржать. Тут надо переварить, тут надо, тут же, понимаешь, еще нужна... Это как у театральная пауза, все дела. Ну как все, ладно. Театральная-то пауза. С театральной паузы. Ну окей. Да. Ну все, давай там, готовься дня через 3-4 расчехлять твой напаивать. Что, район отобрали, что ли? Нет, наш-то район, он наш. Но мы, блядь, все 250 клонов срали за первый бой. Ну не всех, в смысле, всрали, а первый бой просрали и, блядь, все клоны ушли, подарили денег дохуя. Пизду, блядь. Ладно, я ушел спать, завтра на работу. Давайте, всем пока. Пока. Давайте. Я этот, кстати, я сейчас на этих, на фракцию хожу, так что, если хотите, можете со мной. Нет. Я еще не знаю, байка 3-4 сыграю. Но я сейчас уже зашел в бой, тут начало. Пока спит поешь, Пита возьми. Меня бы кто взял? А, ну, с Питом сходите просто на это, на мясо пару раз. Так я пытаюсь зайти, 2 минуты жду уже этого мяса. Ну, сходи чайку попей. А почему так долго? Пишет среднее время ожидания 19 секунд. Потому что, я так понимаю, мало кто хочет на мясо сейчас. Мясо что-то в последнее время не популярное стало. Почему? Пора, блядь, мышку менять с ковриком. Что-то у меня, по-моему, просто... прицел ведет. По-простому. Так, Дмитрий Вячеславович, что мы делаем? Правильно, мы не сливаемся. Да. Просто не сливаемся нафиг. А Дага вообще не играет? Скаута. Играет? Почему Даг не играет? Кто тебе такую глупость сказал? Не знаю, не видел его. Ни разу. Даг играет. Ну как? Не так, как раньше, не задротит. Теперь не ёбы задрот. Играет. Чё это? Блять, пуп. Прилетело. Ну здравствуй, дружок. Как дела? У меня нормально, а у тебя-то дела-то не очень. Сгорел на работе. Команда с плюс лазер. Что? Правильно. Это вин. Это меня просто не трогает. Да, ну да, ты в этом плане, конечно, прав. Я бы тут уже отдался этому лупасу. А он, пацанчик, все грамотно делает. Вообще, маячки, мины под них. Красавилла. О, шмальба. Ну, слушай, я думаю, мы тут сейчас быстро победим. Так что тебе сходить, пописать. Ну, я на мясо попал. А? Попал? Да. Вспоминая старое былое тарку.
хорошо, что они убрали это ограничение на клики. Ну как, сколько нажал кликов, столько их садил. И старки? Да. Не, просто они ребаланс этих сделали как. И тактики, и с чего, я не понял. Да, я старка, да. Так, тарка или тарка? А ну, не я снайперка. Я понял, что про снайпер. Не-не-не. Тактика лас-райпер. Тарк. Ну, она тоже тарк. Тактика. Ну, блин, опять наши делают. Готов. И сгруппировались в кучке синьки, дыми, кладут. Ты со второй. Да, я с тобой. Тут ты надеюсь, ты не с этими какого, не с протиком? Не, я в среднем. Не, ну три смерти, конечно. Появляться в мясе — это мясо. Заодно, когда умираешь. Ты всегда по треугольнику появляешься. Да. Нереально. Попадаешь в мясо, умираешь. Еще надо вспомнить, что такое стрелять старт. Зато Аиму тренируется по старой памяти. Что в холостую лучше не стрелять, всего 18 патронов. Mission failed. Я долго там еще? Мы им щиты сняли. А, значит, еще, наверное, мясо успею. Может, успеешь, может, нет. Но если успеешь зайти, я тебя подожду. Угу.
Так, все, армор пошел. Я как раз на мясо закинул, думаю, должны закончить одновременно, примерно. Phone reserves at 50%. А нет, тут уже полбоя. И мы проигрываем, конечно же. Reserves critical. Mission failed. Phone reserves depleted. Commencing TACnet shutdown. Сколько тебе там осталось? Сейчас уже победим, еще секунду. Угу. Шмальба какая-то. Нихрена, блядь. Че это тут, блядь, такое?
А, да, у отряд пригласил. Все, я в отряде. А, ты тут? Все, ну что, поехали на станцию. Куда убрать? Поехали. Пит, ты с пулеметом? Ну, если ты будешь с паяльником, то я буду с пулеметом. Заебись. Так, у нас еще дохуя сканерщик. Все, зашибись, ща поебашим. Ща будем анальную диверсию устраивать. В смысле, будем рашить на их домашку сразу. Ну, в зависимости от карты. А у нас что, за ОПшками или захват? За ОПшками. Скоро любой нубас сможет прокачаться круче, чем мы за эти два года почти. Да. А, ну да, сейчас же по... Сколько там? По 800 тысяч. Да, 750 тысяч. Плюс пассивка. Не забываем про пассивочку. Итого получаем почти 900 тысяч получаем. Почти лям, короче, в неделю. Можно выбить. То есть, за одну неделю ты можешь практически все в пятак вогнать, ну какую-то определенную. Ты за три недели, ровно за три недели, берешь себе прототипный костюм с нуля в 5. То есть ты берешь стандартный костюм до 3 и прототипную специализацию с нуля до 5. Там у тебя получается что-то 2-300, 2-400 ляна. Ствол один в пятак ты прокачаешь неделю за две. Ну вон, я уже играю 8 месяцев, там, с 20 чем-то дней. И это как его. Мне за все это время я еще даже тяжи единственного выкачать не могу. А сколько у тебя лямов СП? 19. По идее, у тебя должен уже быть тяж. Там на тяже, там, скажем, еще 2 ляма на пулемет. Ну ладно, еще пускай 3 ляма на пулемет. Не, я имею в виду, что вот с этими. Не, вот с этими мелочами, там, быстрая перезарядка, там эксперт, оптимизация, вот это вот все, чтобы выкачать. А, ну да, там побольше. Ну ты, наверное, кор скиллы качал, там всякие оптимизацию мегасети и всякое такое. Ну это да, это само собой, эссей, ЦПУ, все на 30% поднято. Ну да, короче, если у тебя есть достаточно денег, ты можешь себе сделать 4 ляма СП в неделю. Ничего себе. Ну там чуть меньше, там 3700 с хером. Но все равно. Нормально. Нормально. За 10 недель это... То есть...
То есть, чувак, за 10 недель, не, гоню, за 16 недель, за неполных 4 месяца, поимеет то, что я, чего я старался достичь. 2 года. В течение почти 2 лет. Вопрос. Богатым всегда проще. Нет. Вопрос, какого хуя? То есть почему я потратил, ну, сколько, я, наверное, 10 в 20 потратил. Нифига. 10 за все. Вот. Да у меня и бустеры сейчас вставлены, сколько, 6 месяцев на 6 вперед. То есть я покупал эти большие паки аурумные, когда там какие-нибудь акции у них были. Давайте еще раз. Вот, то есть я это... Вот. У всех заново счетчик пошел? Да. Ну, у меня у всех. Да. Вот. И это... То есть, ну это, блядь, это пиздец. Да, согласен. То есть, я могу, я бы мог прийти, вложить, понимаешь, я бы мог просто вот весь тот аурум, да, который я покупал. То есть, я сейчас протратил бы 5000 и успел бы получить больше, чем за все время игры. То есть, понимаешь, смысл-то в чем, что я потратил 200 тысяч, да? На 200 тысяч я себе закупал примерно на 5 месяцев бустеров, да? В течение 5 месяцев я получал 50%. То есть за один месяц я получал примерно 560 за одну неделю. Соответственно, за месяц я получал, пускай, короче, будет 2300, да? То есть за 5 месяцев я получал 15 лямов. Ганю, ладно, пускай 17. Гуляем в большую сторону. 15 лямов за 5 месяцев. Правильно? Сейчас чувак заходит. Берет аурумный пак на 200 тысяч. Покупает себе 5 тех и 5 тех бустеров. Да? В неделю составляет сразу 3 бустака. И он в неделю имеет мои месячные. Твои месячные хорошо выразился. Понимаешь? Ну да. Ну ты же скажешь. С 3 бустеров. И за месяц он имеет СП больше, чем я за все 5 месяцев. И сверху плюшечка на. Это какой вишенка на тортик. У него остается еще по 2 бустера. Ну ты то же самое можешь делать, на самом деле. О. А мне-то уже смысла это делать нет, понимаешь? У меня 64 ляма СП. Мне посрать уже. А что вы качаете при 64? Я? Просто разные костюмы. Посмотри. Все меня... подряд, типа, да? А меня... Как говорит, как говорил Нанок СХЛ, всякую ненужную хуйню. Да. Вот, смотри, у меня что сейчас прокачано? У меня прокачан Галенский скаут. У меня прокачан Амарский скаут. У меня прокачан Минматарский скаут. У меня... Когда я качал Матарского скаута, я специально не качал Калдарского, потому что я думал, буду резать ножами. Ага, хуюшки, дудуюшки. Вот. Дальше. У меня прокачан Амарский логист. У меня прокачан Матарский логист. У меня прокачан Амарский штурмовик. У меня прокачан Амарский командос. То есть у меня 7 прототипных костюмов. Да... У меня при моих 28 меня... только один прототипный костюм. Вот, у меня есть прототипная ППХ. У меня есть прототипный плазменный пистолет. У меня есть прототипные ножи. Доставка. Прототип... Да-да, у меня есть прототипная боевуха, плазма, лазерка, рельса, штурмовая винтовка, снайперка. У меня тоже пушек, у меня... Штурмовуха вообще полностью. У меня, короче, 9 стволов. Вот. Не, я имею в виду, что у меня открыты прототипные версии. У меня не у всех пушек эти эксперты прокачаны. Ну да. Эксперты прокачаны только у 3 пушек. А у меня прототип еще у скрамблера и у рейла. Вот
то, что я прокачал. Рейл я... А, да, еще рельсу, я 10 прототипных стволов. А у меня только пулемет, фаршган и ППХ. А сейчас, понимаешь, если будет респект в пределах 50 тысяч аурума, я его куплю. Если больше, то вряд ли. Меня будет очень сильно жаба души. Вот. Я оставлю себе только ППХ. Только лазер, скрамблер и боевуху. И прокачаю себе свар. Ну, да, оставлю кстати. Себе только. Оставлю себе только колдарский скаут. Вот. Потому что из него я сделаю просто штурмовика. Прокачаю себе матарского логиста, амарского штурма, амарского командоса. И, быть может, еще колдарского штурма. Мы на какие УПшки-то пошли? Без понятия. Скорее всего, мотор, это мотор. У нас либо мотор, либо галант. Я так понимаю, держимся вместе, я со сканерами, да? Да, ты со сканерами. Если нужны будут очень точные сканеры, у меня есть костюмчик. Ничего, подойдет. У тебя и так костюм. А, видел, Гена, сейчас сделали, что на каждом костюме-то есть откачка небольшая, но есть. Да. Да-да-да. У меня даже на морском тяже есть откачка в 2 хп, блин. Это очень крутой буст для этих колдарских скаутов. Это просто пизда какая-то. То есть теперь... Ну да, давайте с земли. Пит, бери тяжик, но убери этого, понял, да? Да. И что у них там за база? И база какая у них там? Ой, блин, скажи, база такая, будет. Да? И поедем к ним на базу. Попробуем. Ну хотя бы умрем с этим. С душком, в смысле, с душком. Отойдем сюда. Отойди, отойди. Зерот, отойди. Это где? По домкоцели на базе? На базе, сказал бы тебе. А, ну то, что не слышал. Давай. Давай сразу звучим. Тратишься. Еще полетим. Все, я у тебя. Я, наверное, себе машинку прокачаю. Элеве. Вражеский элеве. Объектив E. Вирус аплод комплит. No cannon targeting hostile MCC. Стоп! Объектив B. Вирус аплод комплит. Так, не палец. Так, спокойно, набираем высоту. Наш танк, да. Пушку-то поднять не сможет. Правильно? Готовы мочить? Тихо-тихо-тихо, не стреляйте раньше времени. Главное по кораблю поднять. Не-не-не, не стреляйте, поем. Я сейчас подойду бортом. Не стреляйте. Или не подойду бортом. Не огонь, управляющий с капитаном. Сейчас я чуть-чуть приспущу. Все, давайте мочить. Не-не-не-не. Если что, когда убито кончится, я повернусь к твоей. Моя перезарядка. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, ну, Зеро, твоя очередь. Пробуй у него хп-то. 4000. 4300. Но он откачивается. Бей.
Патроны вообще не попадают. Да ты можешь прям в сам танк не попадать, там раз ход большой у них. Бля, пацаны, хуйню сделал. Сейчас нас собьют нахуй. Выходим. Так, и побежали. Побиздили нахуй. Блять, хуйню сделал самую хуйню, блядь. Убьет, убьет, сучок. Не убьет. Сбежали? Все, давайте. Я тут сейчас пока откачаюсь. Осторожно, там два тела еще. А, это снайпера. Гена, здесь светлы нету. Здесь есть. Наверху, на пластинах стоит. Сейчас его подсканим. Давай, бери форжик. Устроим ему тут. А, мы выиграем. Эй, как-то ничего не просканилось. Все нормально. Точка тут, все, стоим тут. Вон он, вон он. Ну-ка, я попрошу. Понял. Или скан оставь. Я давай, там качаю. Скан оставь. Сюрпризов не было. Скань, все, похоже. Танк, это как его, с другой стороны, этот самолет, пит, самолет. Ага, бегу. Взорвали. Так, по мне что-то стреляет уже. Славик, не очкуй, я тысячу раз так делал. Вон там что-то. Ну-ка, дайте-ка я его сейчас швырну. Да, это 200 метров. Трагический снайпер. Сканил. А, там их трое. Warning. Давай. Objective E. Known cannon targeting MCC. Давай башку покажи. Давай башку. Чпонь. А, бежит, блядь, говнарь. А, я учил от снайпера. Hostile MCC shield damage critical. Я надеюсь, я привлек его внимание. Так, с обеих сторон идут. Не убил. Так, нам заходит. Да, что-то? Двое. Объектив E. Вирус upload in progress. Ну-ка, давай, он по педалям, Объектив C. Тихо. Так, сейчас логист. Спрячься из-за фитло, сейчас логист один. Подожди. Есть, так, есть логист. С другой сейчас мы. С другой стороны. Все, вас напаял и взял. Все, давайте, сканьте. Hostile MCC shield failed. Objective C. Бля, плазма. Зи, справа, слева, смотри, слева плазма стреляет. Зи, будь осторожен. Забудь за этим, за ящичком плазма. Да, плазму контроль. Objective E. Ребята, мне перезарядка. Known cannon targeting hostile MCC. Там уже двое. Так, Пит, смотри, они спавнятся. Так, все, Пит, отходи от тут, сейчас. Все, давайте, становитесь, мочи. Давайте. Это самолетик еще не наш, чё, да? Чё, говно летает. Не говно, наш, а нормальный самолетик, стреляющий. Да. Нормально, давай. Сейчас патрон. А, блин, попали. Пит. Ты чё там? Так, осторожно, здесь плазма Кэнон у нас. Угу. Справа.
Пип, не надо было туда ходить, на головочке. Отлично, смотри, плазменная пушка нас сзади будет обходить. Да где я не ходил, он, сука, выпался, убил меня. Ты где? Смотри, он слева будет обходить, сзади. Слева. Тот, кто тебя убил, будет обходить сзади, чувак. Надо им дать подняться, сзади идет. Нет, сзади, теперь, сзади, теперь сзади, сзади, сзади. С другого сзади. Все, назад, назад, назад. Давай. Че, у нас есть Пит? Пит пошел. Так, я сзади смотрю. Пока. Не-не-не, ты с нами вдвоем. Там мы ходим вдвоем. Двое. Мы с Тамарой ходим парой. Иду. Давай, разворачивайся. Пит, назад. Сзади нас двое нашумов. Убирай. Пошел за ним. Давай. Сканзи. Ага, сзади. Так, они разобрались там. Блин, а что не просканилось так хорошо? Так... По нам снайпера долбит. Спокойно, нормально. Там синенькие добежали. Все нормально. На здании тело. На вышке. Все, тишина и покой. Алло. Фуршка! Это сверху, да? Какой? Да, это вот тут, наверное, есть. А, и снайпер сзади. Сука. Не стойте у фитлы. С двух сторон херач. Блин, не сканится. Больше двух сторон. Опа, блин. Мне прилетело. Сейчас я снайпера уберу. Держитесь тут, короче. Сейчас снайпера это... Опасно, как тут тусоваться вообще. Я был вниз полез. Снайпера попробую вытащить. Проколется. А, да, это как его, кто-то полетел. Убивать их. Сейчас. Так, кто еще играет? Мы еще играем. Пип, Гена. Ты бы не приходишь, Гена. А вот, сзади тело, обходит, тело. Обходит чувак с плазмой, пацаны. С плазмой, да. Можешь тут? Блин, 4 хп у меня, блин, еле-еле вытащил. Блять, и снайпер меня убил. Откуда? Ну бас, не знаю. Так. А резнуть есть кому, нету? Ты сколько у тебя секунд? 20. Нормально сейчас будет. Не очкуй славик, это еще раз так делай. Говори, сколько времени. Вы выиграли. Даю на фитле, крою вас. Одна. Автомобиль. Есть. Одна секунда. Hostile MCC damage. Не знаю, не сканится. Ты тоже выиграешь автомобиль. Ну мы выиграли, ладно. Хрен с ним. Тело, пацаны. Есть тело, да. Давай. Он даже не обращает внимания. Забирай. Да. Все, тела нету. Ну и жди. Потом закрою. Я же говорю, анальный. Дальше отодвигаю. Интересное самое. Mission accomplished. Hostile MCC destroyed. Area secured. О, мне дали какой-то самолет Грим Снес называется. Ну да, стандартно. Стандартно? Че, пойдешь с нами, Хэл? Я хочу на дропшип полетать. Ну, на фракционке полетаешь на дропшипе. А есть кому вызывать? Я тебе могу этот чертеж вызвать. Нет, а, мне нужен нет. Штурмовой. Не, у меня нет. Пойдешь или нет? Думаю, быстрее. Нет. Ну ладно, как с тобой после этого вообще на эти, на КБ ходить? Не надо, не надо. Да ну тебе. Да чё, мне смысла на них ходить-то нет? Чё там делать? На этих КБ. О, в очередной раз 15 раз умирать? Сказали, норма 8. У меня
нормы 15. Потому что в какой-то момент понимаешь, что надо мочить меня. И что получается, сколько я сливаю? Ну, если по 200 тысяч, полтора как минимум. Не, у меня по 400 костюм. Что это за костюм за 400? Блин, у меня... Ставка. У меня полностью прототип на этот логист. Вот этот логист, в котором я сейчас был, и если его фитить не фракции, он по 400 стоит. Ну, я вот полностью прототипный логист, у меня 240 тысяч. У меня больше. У меня паял, у меня шприц. А у меня шприц, это этот паяльник фракционный, там, что-то. Это на улье прототипный. Они там все где-то по 30-ке, по 40-ке. А, не, гоню. Не, да, это попроще. У меня 400 с прототипным стволом стоит. 3 короче. Да, я его немножко удешевил, там кучу поменял, чтобы все в прототип. Все 400 прототипы, это же очень дорого. Да, да. Да, логисты это не экономически выгодно, надо штурма. Не-не-не, логисты это экономически выгодно, вот как вот сейчас мы сыграли. То есть логисты это экономически выгодно, когда у тебя есть тяжик и вот еще какой-нибудь такой стрелок. Сканер. И когда вот эти... Да, ну, просто стрелок, когда... Да, чтобы еще в команде был еще второй шприц. Вот у меня вот есть два шприца. Я бегаю со шприцом. Вот, поэтому если меня я-то обычно как сливаюсь? А, я понял. Я, короче, Матарский, кайф. Да, он дороже, самый дорогой, по-моему, из логистов, да? Вот, я же качаю всегда до упора, и обычно меня под конец боя уже сливает, да? И чувак, которого я качал, все-таки дотаскивает. И зачастую у чувака просто не оказывается шприца. Я просто умираю. А, ну вот. Нам надо трио сделать, когда, если что, дотаскивать, я буду воскрешать. Ну да, но тут... Это... В любом случае, видишь, ты можешь сделать. У тебя это нормально. На земле? Да, на земле давайте. На машинке поедем на Д. Давай, Зерот, ты где? Я пока клаву перечитаю. Стой, замри. Я? Да, и сейчас машину мне привезу. А, вот это моя машина. Все, на Д, поехали. Главное, нам сейчас в танк не попасть. Warning. Objective C. No cannon targeting MCC. Objective A. Virus upload complete. No cannon targeting hostile MCC. Objective B. Virus upload complete. No cannon targeting hostile MCC. Главное их просто обоих забирайте. No cannon targeting MCC. Еще одну. Вы кройте, я хаку. Давай вдвоем тогда. Покрыл. Теперь тут и тусуемся. Так, под пушечку не подставляемся, стоим, чистим щит. На всех остальных выбьем. Зискань. Поехали. Мы были просканированы, кстати. Угу. Старайтесь за ящиками ставить. У них там за горочкой это бластерная пушка. Она до нас сюда достреливает. У кого-то не получилось, что ли? Так, слышу дробовик. Дробаш. Так, давайте я вас... Этот, смотри... Зи, пали эту лестницу, рядом с которой, да? Uh-huh. Этот, ты смотри вот туда, вот отсюда, вот на ту лестницу, MCC. Понял? Вот от этого щита на другую лестницу смотри, которая там, а я буду вот на эту, которая с другой стороны идет, чтобы этот клочник к нам не пробежал. Да, ты вот ту лестницу пали, а я эту.
Objective B. Hacked. Virus upload in progress. Objective B. Hacked. Virus upload in progress. Так, вам не срисы, шмаль. О, там тяж внизу. Забираем, не даем ему уйти. Objective B. Virus upload failed. Обстрелим, no cannon, still online. Не очкуем. Главное, не даем тяжу засечь машину. Objective A. Hacked. Снизу, снизу. Идет тело под нами. Клочник заходит на лестницу. Клочник на лестнице на другой пацан. Отлично. Брал. Warning. Objective E. No cannon targeting NCC. Не получится. Да, разберем, просто палить по ней. Палить еще. Objective E. Cannon mode in progress. Все. У меня ж пулеметы-то не работают по щитам, поэтому их лучше снять. Да, да. У меня гранат нет, мне не влазит. Там такие. Warning. Objective A. Клок, к нам бежит клок, пацаны. К нам бежит, да, к нам. Вот ее просканил, просканил. Вот там, да, блин, я на дальнике была. Вон она. Давай быстрее поднимайся. Крою. Не-не-не, все равно. Так, там снайпер уже, походу, заседает, да? Да, один есть. Ну, снайпер, он тоже заседал. Objective E. Virus upload complete. No cannon targeting hostile NCC. That's how we roll. Вот здесь рельсу или лазер бы вообще пошел. Вот здесь вот лазер бы вот с этой позиции тебе вообще отлично зашел. Ты в той горке бы всех счищал вообще. Пушку сели. Так, по нам уже этот бластер начал стрелять. Все норм, газы не валят. Ныкаемся от бластера, просто так присели. Мне там точками дают спалиться перед бластером. Бит, стой, там. Я, да, стою. Скань, скань. Да я без перерыва. Objective E. Hacked. Virus upload in progress. Скоро сканер, после 4 числа сканеры всей команде будут давать данные. Вот это будет круто. Это все, никто не высунется. Блин. А, смотрите, сверху, сверху, на трубах. Обосрался, в районе синей фитлы упал. Этот, Пит, не высовывайся, тебе там пушка. Пушка все еще палит сюда. Да, 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 говорю, не высовывайся. Там. Пали того чувака, Зи, который он там. Уходит в пушки. Да, он к нам пойдет. Этот к нам пойдет. Главное, что он сканится. Warning. Если бы он не сканился, я бы больше переживал. No cannon targeting MCC. А этот за турелью сидит, сука, нас выпаливает. Делать нечего, не сидит. Дол делает свое грязное дело. Кстати, это вот тот чувак, который там на этой, он не за пушкой, потому что его может насканить. Он был за пушкой, на сканете. Походу его трахнули. Тело к нам бежит. Так, идет к нам тело. Клока. Hostile NCC shield damage critical. NCC shield damage 50%. Вот чувак у него имется сидеть там. Наверное, кайф получает. Блин. Жалко, у меня сенса мало. Я 360 не могу сделать сканер. Примерно 180 градусов. Ну, тоже неплохо. Ну, 240 иногда, когда получается взяться хорошо. No cannon targeting hostile NCC. Hostile NCC shields failed. Чё там? А иногда треугольнички показывают, а там на самом деле никого нет, и он телепортируется в другую сторону. Не было у вас такого?
Не, бывает иногда, я вот бегу, вижу синенький шеврон, а там никого нет. Ну да, 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 что-то типа того. Прицеливаешься, как бы, и все. Треугольничек в другое место. А, я понял, мне надо крутиться слева направо, тогда у меня круг больше получается. И что это тут стоит еще? Бля, можешь мне сику вызвать, трахнуть пушку? А, кстати, да, все равно скучаю. Ща я вызову там, трахну пушку, так чё? Задрал. Virus upload in progress. Давай в два этих. А у меня там это... А, да, давай. Там Зи, тело... ты там это... Тело бежит не, Флока. Не, иди, помогай, короче. Нет, Флока не дошла. Не дошла? Не дошла. Ладно, я сам его трахну. Этот. Не парься, я его трахну. На трубах появляется тело. У нас дропшип полетел в сторону. Warning. Objective A. Non-cat. Targeting MCC. Над нами. А, нет, не над нами. Objective A. Hacked. Virus upload in progress. Так, меня минируют. Пацаны, где я? Да, вижу. Тут Клока. Сейчас пробую. Пробую его. Есть. Есть. Лошара. Блин, эта пушка тут писит. Может, Пит тебе поможет вдвоем ее быстренько загасить? Он опять появился с той стороны, наверное. Опять попробует заминировать. А, не, вон второй танчик поехал. Отлично, все. Он ее бросил, пушку. Да, бросил пушку. У нас тело, вижу. Тело. Опять это площадь. Чё он пытается доказать? Если бы я один раз сдох и видел, что меня видят, я бы больше не лез. Тело вон. Ракетник. Какой-то нубоклочник был, потому что он что-то какой-то вообще хилый. Я его с тактики в глазе трахал. Блин, 34%. Кто-нибудь будет со мной его валить? Да, да, давай, сейчас он появится. Тактика, да? О. Блин, а мне чувак приколи телепортнулся. Я его даже не видел. Кому-то не добавился. Может, бегаем? Там я. Не-не-не, там красная зона. Не, я помню, я бегал на эту красную зону, нормально. Но это было, правда, давай год назад. Без этого. Без героизма, ну это да, интересно. Да, порезали. Подзаработал. Хера он там, кстати. Это у него, наверное, этот Максек. А, тут еще одно тело. Так. А, это невидимка, но в этот раз невидимка. Опаньки, как бы. Добиваем. А он хороший хера.
Objective E. Virus upload complete. Null cannon targeting hostile NCC. Так, там тяжика вижу. Ну, они на нас собираются, что ли? Hostile NCC damage critical. NCC shields failed. Objective C. Hacked. Три палочки осталось армора. Помогай мне. Могли того тяжа справа замучить. Что-то прям не искал. Надо попробовать плазму вставить, кстати, в этот костюм. А нафига ЛП качать? Смотри, тебе сколько? Тебе сейчас, скажем, 1200 ЛП, да? 1050. Ты можешь на 1050 взять себе 8 галенских фракционных логистов. Ничего себе, где их купить-то? Магазин, рынок, экипировка... Там будет вкратце магазин лояльности. Лоялити Стор или магазин лояльности. Дальше Федерал Маринес, Скафандрис, в самый низ скроллишь и вон видишь. Как все сложно. Твой ремонтный стоит 8000 исков и 155 ЛП. То есть ты сейчас заработал на 6 скафандров. Нормально. Ты сейчас себе 6 вот таких. И причем ты прототипные скафандры можешь одевать даже том, что у тебя будет всего тройку вкачаны, то бишь если у тебя ничего не вкачано, то ты можешь покупать за ЛПшки первого уровня. Если первый уровень качан, то можешь покупать третий, а если третий, то прототипы, а в прототипе уже более лучшие костюмы, если так и есть. В смысле, ЛПшные костюмы лучше, чем эти, или нет? Конечно, во много. Они ЦПО, там, ну, по крайней мере, в оружии, во всем остальном там меньше СС и ЦПО они жрут. Ну и само по себе оно лучше. А, значит, есть смысл в этих костюмах набрать. Да, да, некоторые стволы просто меньше кушают ресурсов. Ну, ну пулемет, например, вот этот Бандюэль пулемет, да, за ЛПшки во много раз лучше режет, чем за иски, когда его покупаешь. Да, хотя параметры... Да, кстати, что малухи еще круче, чем стоковые. А ЛП любые, да, годятся? Или только галенские? Нет, вот мы сейчас только зарабатываем, ну, фракции, на которую работаешь, как узнать, ты можешь, сколько я накопил? Вот у тебя там в магазине написано, когда ты в магазин лояльности галентов заходишь, у тебя справа... Федерал Маринс 4,5. Да. А, это вот, Империал Гвард, это одна раса, себе. Да, типа того? Это если Амар, хочешь, Амар, чтобы Амар, всех да? сразу увидеть, Амар. То нажимай листок персонажа, и вот там в самом низу будет отношения. Отношения нажимаешь, и там тебе все показано. Угу. О, у меня этих моторов вообще 8000. Ну вот, можешь себе взять какие-нибудь эти... Только я моторовские не могу использовать. Вот, можешь взять какие-нибудь паяльники. Тебе не нужно в 5 учить паяльник, в троечку вкачиваешь паяльник и берешь себе мотарский, с которым я бегу на две цели, и все. Mm-hmm. Я понял. И за рулю. Это тема. А что, магазин лояльности — это выгодная вещь? Да, я уже, посмотрев беглым глазом, уже понял, что это тема. Да, поэтому вот... Причем я ухожу. Мне на Амаров смысла нет ходить, потому что у Амаров самый отстойный был магазин лояльности, и у них пушки амарские такие же, как про обычные, за обычные деньги, так что это вообще не ходок. А, вы типа по КПУ и Пауэргриду? Да, то же самое абсолютно. А почему так? Ну только если заходить. Ну, не знаю, вот блин, ну делили Амаров, что тебе могу сказать. Наверное, потому что они и так оп.
ОП, ну хуй знает, вряд ли. Я бы не сказал, что Амару. Ну лазер ее с этим. Слушай, по статистике из лазерами вообще никто не пользуется. Ну потому что на мышках мало кто играет, и даже если на мышках играет, он видишь, я со штурмовой бегаю. Иногда с рейлом. Лазер это слишком нишевое оружие вообще. Но оно просто не клозовое. Оно не... Понимаешь, знаешь, почему чуваки с гейпадчики мне с нее не стреляют? Потому что там нет буллет-магнетизма. Ну да, да, да. Это оружие точного применения. Не попал, все, пизда. А Миша узнал не тащит, даже чего, что ты где-то там краешком в этот прицел попал, и все, тебя там... На базе? Съебал. Чарли Дейт. Да, так и сделаем. Чего? Давайте на машинке сейчас. На базе рождайся. Да, приедем к ним на Д, думаю, на Д приедем. Все, заказал. Блин, не тот костюм сейчас, секунду. Сейчас ее привезут, вы садитесь. Плазма. Выезжайте, я вот здесь пересяду, здесь сбоку. Да. Все, давай, залезайте. Я сзади, сейчас сажусь. Я в машине. Warning. Objective D. No cannon targeting MCC. Ну, ладно, нашу точку собрали. Objective A. Virus upload complete. Так мы же туда едем, чтобы ее отбивать. Warning. Objective C. Null cannon targeting MCC. Objective B. Virus upload complete. Null cannon targeting hostile MCC. Здесь тут шаски не надо ездить. Все, выходим. Берем быстро. Скань. Пойдем, что первым делом. Так, все, пошли. Пушка. Машина. Машина справа. Она нас не видит? Скань. Не видит. За пушкой чувак сидит. Так. Быстро забираем точку. Скань. Так, так, тело идет. Одно идет. Два идет. Ладно, я беру точку. Сейчас меня начнут стрелять. Нет, это тело вот, обратил внимание. Сейчас, осторожно, сзади пик. Сзади, спереди, дальше. Подходи ко мне, Пит, не иди туда. Иди к нам. Блядь, говорю, не иди туда. Давай сюда. Все, заходим сюда, здесь, к нам. Давай к нам сюда, прям ко мне. Звук тебя обходит. Сюда, и сзади еще уже. Сзади на склонилке. Да. Со всех сторон. Все, короче. Стоим тут. На уголке. Нет. Пит к нам. На уголочке. Стоим на уголочке. Вот так и стоим, да. Все, вот здесь вот. Зискань и это. А я тут только искань. Если пропадает, значит скоро будет искань. Ай, блин. Спокойно. Там на ящика прям. Что за танк наш? Наш на точке двое, и сзади тело. Склонился. Давай, ты. Сзади тело, Пит. Сзади. Два тела сзади. Расканил. Наклонил тебя. Из С точки. Не переживай. Не это. Virus upload in progress. Да умри же ты уже все. Приехала машина. Они взяли клонилки, у них этот спаун линк стоит рядом. No cannon targeting MCC.
Сейчас, подожди, мне надо нашему танку помочь. Там за пушкой пушку тело. Взяли. Не иди на пушку. За пушку уже два тела. Давай, забирай. Objective D. Hacked. Virus upload in progress. Ща, пацану поможем. Валяется, ждет помощь. Warning. Objective A. No cannon targeting хакует. NCC. Пускай хакует. Objective Два. C. Hacked. Virus upload in progress. Objective D. Virus upload. Чё кто-то есть, да? Чё, да, тело, я жду, Objective A, hacked. Virus upload in progress. Я резко. Помогайте хакать, быстро. Все втроём навалились. Зи, скань. Всё, можете больше не помогать. Зик, нам тело даже. Два тела. Да. А, блин, у меня патрон закончился. Спокойно. Я без патронов. Блять, ты прикинь, у меня тоже патроны кончились. Спокойно. Ты еще живой. А они мертвы. Давайте, еще тело идет. Д точки тела. Virus upload complete. No cannon targeting hostile NCC. Hostile NCC shield damage 50%. Так, ладно, все, переключаемся. Опа! Да почему по нему не попадает? Потому что это колдарский клочник. Ты нам нужен, Пит. NCC shield damage 50%. Objective B. Virus upload complete. No cannon targeting hostile NCC. Objective A. Hacked. Virus upload in progress. Машинка, и сзади идут. Машина несется. С Б идут. Пит, разваливай его. Ай! Понял. Склонилки убивают. На пушке. Вот. Блять. Нормально, живой. Ай, блин. Блин. Ну, Пит, ну что ты там? Ты нам-то нужен. Ты же поднимешь мне или не еще? А, ты здоровый место. Пятеро, нет, я сам что. Objective A. No cannon targeting NCC. Пит, ты же должен рядом с нами тусить. Так я и так рядом с вами, просто там бой был на самом чаре. Давайте на Б, давайте на Б резинка. На С. На С не успеем. Я не успел. Б не успею. Блять. Я вообще сейчас. Я вообще на. Давайте на планилке на весь. Да ген там один остался. Да всю завис. Вытянешь, нет? Держись. Да я убежал. Ну так бы. Objective A. Virus upload complete. No cannon targeting hostile NCC. Ты со мной, да? Objective B. Да. Virus upload failed. No cannon still online. Warning. Objective C. No cannon targeting NCC. Кого-то микрофон поднял. Давайте собираемся. Пит, идем на Б. Не надо уже никуда все, идти, стойте все, там стоите. Долго вы до меня шли. Там большой заход на Бету. Не важно, идите на Д. Куда идем? Через Д? На Д. На Д идем. Там наверху на Д тело. Бля, я не тот костюм взял. Сука. Ну, Пит, куда ты пошел? Ты не в ту сторону пошел. Так, я под ангаром уже, вы где? Стой. Ты куда убежал-то? Пушка.
подожди. Тут и стоит, больше никуда. Иди а, за к нам мной, кто-то за присоединился. За мной, за мной. Стреляет на Д. Сзади на делал. Все, давайте, перехакиваю. Бит, пошел, пошел, спринти на точку, не забей на него. Пили. Давай, давай, Пит, пили. Справа. Обошел сзади. Ну и мы его сзади обойдем. Так. Ай, пушка, блин. Понял, разбил идет. Я понял. Все, вот здесь стоит, ребят, на этих вот тут, да. Опа, понял, понял. На пушке сидит тело, блин. Не кипиши, блин, ну чё ты туда бегаешь, блин? Ну ёпт. Иди кольни мне. Их очень много там, просто тьма была. Я же сказал, где надо было стоять. Ну чё ты полез обратно на точку-то? Ни хрена. Мы забежали, пушка не простреливает. Там под прикрытием этого сраного ангара и пушки стояли, блин, все, там просто жало туда выстрелило, они побегают, ты их спиливаешь. Я побежал брать маяк. Чего вы все кипишить начинаете? Да нахуй маяк, мы бы стояли их фармили, у нас пулемет. Хорошо, короче, на клонюки на или на? На нас там нигде выйти нельзя было. Где ресурс? Я уже не знаю, где. А или клонюки? Знаю. На надежде, что там вроде трое есть. На клонилке, на... Там машинка возле клонилки есть. Вот и отлично. Сейчас чувака на машинке трахнут. И там тело. Ну, хорошо. Ну, смотри. Оп-оп. Хуя, пизда же крутая. Сейчас перехаку. Так, все, есть. Опять надо? Так. Конечно, только пошли в горы сначала. В горы? Гор. Машинка, по-моему, сейчас, да? Да, за мной, за мной. Тело она идет. MCC Shield Fail. Синики там будут развлекаться. Так. Пока никого. А ремоут снимает пушку или нет? Ну они, ну можно взорвать, три под нее кидаешь, она, по-моему, взорвется сразу. По крайней мере, раньше, помню, с трех, если три под нее кинуть, она взорвалась. Пушки реально. Сюн поляну мне лично запорола в прошлый раз пушку. Панику навела. Просто когда кипишить нас... не надо, надо просто надо просто понимать, откуда она стреляет. Все. Все, давай, Пит. Да. Все, давай, аккуратненько, пошел. Пошел туда. Зерот, ты рядом с ним, да? Да. Старайся рядом держаться так, чтобы ты всегда был на линии моего паяльника. Mm-hmm. Так, стоп, Пит, назад. Назад, 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 назад. Все, идем на точку, идем на точку. Зеро, ты хакаешь точку. Назад, да бей ты на него. Да что ты по нему стреляешь? Все, да? Все. Ну, отлично. Стоп, ты ты хакаешь, Пит тебя прикрывает. Все, давай, Зеро, мочи. Там видите маяк? Видим маяк. Плевать на маяк. Смотреть. Ты сначала... Трахни. О, появилось тело. Появилось. Вот и отлично. Ну и хорошо, что ты тяж. Не кипиши. Иди, помогай. Все, все. И пускай они появляются на этом маяке. Трахать их там сейчас будет. Смотрите, идете вот сюда, где я стою. Вот сюда. И вот отсюда просто всех трахаем. Там не стой, там тебя убьют.
вот здесь. Здесь отличное место. Единственное, вот ну, вообще везде прикрыто. Отлично. Как отцы. Что и мы пушка нас здесь. Себя? А, и пушка. Пушка ведь. Ну, появилось тело на маяке, смотрите. Опа. Всю трахнули. Тут борзый-то. Всё. Сзади тело. Раз, ой, блядь. Всё. Так, отходим, там, по-моему, пушку взяли. Этот грень. Опять этот мелкий. Почему такой жучий? Да это сейчас... Так, это все? А? Вот здесь. Нет. Ясно. Так. У тебя есть патроны, да? У меня есть патроны, да. Резнуть успеете? Ну, подгоните меня. Не, нет, чё, я резнусь сам. А, там кто-то со шприцом делал. Чё, я не успел. Чё, с бета? Ну, Гена успел резнуть, конечно. С Б тогда, да. Я думаю, через С. Ну да, короче, сейчас новый этот, как бы, Fetal Demand или там скринамил там опять. Так, ладно. Меняем тактику. Короче, держитесь вдвоем. Я пойду делами заниматься. На С не идите, держите Б. Хорошо. Warning. Objective D. Null cannon targeting MCC. Какие-то аккуратно, вот там сзади было, был линк, так что могут прийти. Вот я вам показываю, что держать. Блин, все. Я пошел. Я нихуя не пошел. Objective A. Hacked. Virus upload in progress. MCC damage 50%. Вражеский танк на Б. Б главное держите. Остальное больше вообще. Это вообще печально. Бредка тела. Objective A. Virus upload complete. No cannon targeting hostile MCC. Что-то нас окружили. Нихуя тебе кажется. Да блин, как мне бесит, что на клаве нельзя появиться там, где надо. Objective D. Hacked. Virus upload in progress. Objective D. Так, держите, короче, точку и все. Соски в тиски. Блин. Не знаю. Очень надо читать. Да. Хуй тебе в очко, чувак. Просто, блядь, хуй тебе. Опа, пал. Подожди, а где хуйня? Б берут. Пить
Hostile NCC damage critical. Пулемет слышу. Пулемет вижу, блин. Так, идут на А. Нельзя дать. Так, тут тусите, тут тусите. Objective A. Hack.